Вот мне нравится, когда зоопарк вы неохраняемый, и звери такие лежат, охуевшие валят, то обезьяну в нос ткнуть, так, ну так. Ну почеши ему нос, ему Садрю нравится. Лапу я вижу. Он храулит меня, наверное, хочет за палец схватить. И спит, вообще похуй все. О, Гена. Как все зэки, матерые, полосатые, ходят туда-сюда. Зачем? Чтобы сохранять форму и быть готовой к нападению на сотрудников администрации. Самые сильные челюсти из сухопутных зверей. Вот тут еще один. Тушкан спит. Тушкан спит. Тушкан. Ленивый. Ну как же ты его заебал? Тебя тут тебя бобёрки.